провести вот так вот прямую, чтобы она не проходила через центр квадрата и при этом делила бы его на две равные части. Да? Да, можно нет? Я считаю нет. Так, почему? Везде придется проводить через центр. Это может быть либо... Нет, секунду. Почему вот эта прямая не делит квадрат на две равные части? По различию, во-первых, по площади двух частей, а во-вторых, по форме. Потому что, если мы симметрично отразим... Я думаю, можно немного проще, можно вторую не проводить. Если в задаче или в каком-то действии разрешено перемещать эту точку, можно переместить... Да нет, конечно, что перемещать не надо, надо сказать, что вот эти части будут одинаковые, но при этом, если вы добавите еще вот эту, то, естественно, нижняя станет больше. Понятно? То есть, когда вы режете по прямой, то вы должны что делать? Резать по прямой какой? Проходящий через центр квадрат. Квадрат.